В центре Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры, находится музей Голодомора. Что такое Голодомор? Ну, это когда у жителей села, украинского села в 1932-1933 годах силой просто забирали еду. Здесь мы видим краткие фотографии из того периода, когда люди от голода просто умирали на улицах. Ну, коснулось в большей степени это, конечно, сельской глубинки, потому что на тот момент 9 из 10 жителей Украинской ССР проживали именно в селах. Музею Голодомора ведет небольшая аллея, около входа по бокам две скульптуры с опущенными головами, символизирующие Украину и с надписями на украинском и английском языках. Ну а посередине аллеи находится скульптура худой девочки, которая, в принципе, наверное, и символизирует Голодомор в Украине. Над музеем Голодомора расположена стела с улетающими в небо журавлях. Эти журавли символизируют души людей, которые умерли от Голодомора и улетают в небо. Ну а спуск в музей обрамлен такими черными гранитными плитами и символизирует спуск вниз в самые тяжелые и черные времена истории Украины. Перед входом в музей вас встречают фотографии украинских семей, которые в результате политики Советского Союза в 1932-1933 годах умерли в результате Голодомора и исчезли с истории, с карты истории Украины. Ну а дальше мы видим музей. Он представляет из себя такой круглый холл и, скажем так, интерактивный музей. На экранах демонстрируются различные видеофильмы, которые посвящены Голодомору. Ну а на вот таких стендах мы видим книги памяти. Каждая книга посвящена определенной области. Допустим, здесь вот Винница, Бершадский район. И это те люди, которые умерли в результате Голодомора. Для создания этих книг понадобился не один год и очень сотни добровольцев, волонтеров, которые по всей Украине собирали данную информацию. Насильственная коллективизация, когда у селян забирали все и силой загоняли в колхоз, где они должны были работать за трудодни, то есть почти бесплатно, вызывала, конечно, какие-то волнение и сопротивление, в особенности в 1930-32 годах. Здесь вот мы видим на интерактивной карте. В 30-м году это были небольшие, в 31-м году было затишье, но и пик, конечно, пришелся на 1932 год, когда практически вся Украина восстала против советской власти. Но, к сожалению, эти восстания были жестоко подавлены с помощью войск рабоче-крестьянской Красной Армии. Кстати, согласно данным с Института истории Украины 2015 года, за период Голодомора умерло где-то порядка 4 миллионов человек. Это данные были по сравнению, скажем так, с аналогичным периодом конца 20-х годов. На тот момент Советский Союз очень нуждался в валюте для индустриализации и поэтому очень активно экспортировал зерно за рубеж. Ну а зерно бралось, конечно же, из Украины, просто забиралось силой. Так что вот такая вот небольшой экскурс в историю и музей Голодомора, город Киев.